Друзья, добрый день! Давайте расскажу сегодня о фейс-пластике, йоге лица и моей методике фейс-скалптинг. Я в косметологии уже более 10 лет и знаю, как важно заботиться о лице и теле, и как это у нас вместе комбинируется. Я изучила более 25 различных техник массажа, фейс-пластики, йоги лица. Почему же это важно – работать фейс-пластикой, делать массаж лица? С возрастом кости уходят вглубь, и лицо как бы сворачивается в середину. Овал лица начинает расплываться, черты лица теряют свою четкость. Давайте поговорим о мышце платизме и нашей осанке, и как это влияет на наше лицо. Мышца платизма, когда она находится в зажатом состоянии, она тянет все лицо вниз, соответственно, опускаются уголки губ, теряется четкость овала лица, появляется второй подбородок. Поэтому очень важно, работая над чертами лица, делать также упражнения на платизму, на осанку, чтобы у нас укреплялась нижняя треть лица. И даже если мы делаем какие-то процедуры красоты, инъекции, аппаратные методики, зажимы никуда не уходят. Поэтому наша красота – это всегда комплексный подход, когда мы работаем и своими мануальными методами на себе, делая упражнения, делая массаж лица, скалптинг лица, фейс-йогу, и далее уже дополняем другими, возможно, инвазивными процедурами. Но это все комплексная работа.